Сейчас покажу машину снизу, заодно проверим. Потому что здесь занято. Так. Так, ну что у нас тут? Коробка как будто с завода. Такое ощущение. Сын, ты видел? Да. Состояние. Даже не понял. Нет, смотри, какое оно новое. Пыльник, потому что хорошего нет. Так, здесь, значит, привод. Левый по ходу движения не течет, правый не течет. Посмотрите состояние. Я не знаю, как отобразить. Все состояние, метки, болты. Все вообще норм. Лонжероны вообще как будто... Блядь, ну состояние вот здесь вообще вот. Вот здесь вообще даже пыли нету. Площадки все. Да, вот тебе 60 пробега. Вон рейка как новая вообще. Гофра. Компрессор кондиционера вообще чистейший. Все хомуты с радиаторами. Все сухо. Ты потом озвучь, да? Тогда. Здесь все метки заводские на болтах. Вперед чуть-чуть как. Ну давай, я пройду. Так, выхлоп. Выхлопной тракт вообще без окалин. Задние усилители. Вон они все. У меня такое ощущение, как будто им днище моют, да? Хотя вот он просто приехал только сегодня. Все, мои амортизаторы. Сухие. Не говорю, вот здесь вот я пока сейчас. Теплоэкраны, везде герметики, вообще вот все. Здесь тоже амортизатор сухой. Ну все вот такое свеженькое у него. Теплозащита. Здесь тоже. Выхлопной тракт даже вообще вот как еще. Блестящий весь. Здесь все. Блин, ну это вообще как будто не ездил, такое ощущение. И вот там вот, где у него турбина сажевый. Все видно, и без моих комментариев все блестит. Колодочки тоже это в отличном состоянии, что перед, что зад. Зад поменьше, зад процентов 50 остаток перед, но процентов 60-70, наверное, остаток. То есть по диску. Ну, короче, по сайлентблокам вообще все здорово, да? Да, да. Ну, это, наверное, я думаю, что второй комплект колодок, да. Они где-то 40 ходят. Хотя, Миша, ты механика, может и побольше. Ну, здесь, скорее всего, ТРВ-хи стоят колодки в оригинале, на французах они стоят. Они сами по себе жесткие, поэтому... Сейчас я сюда даже попробую задумать, чтобы там все чистое. Вообще все нулевое. Вот. Я бы не сказал, что здесь даже 60 пробегов, честно. Тут и радиаторы даже, смотри, все вообще прям новые, да? Так даже не интересно. Все хотят скандалы, только расследование, откуда их взять. Ну, короче, все сзади сайлентблоки, правильно? Все, да, все живое. Попереду тоже все вообще абсолютно живое. Вообще ничего не надо. Ну и все. Антикор надо. Антикор? Да, для России. Для России? Ну, ладно. Ну, так-то он вроде тоже здесь все нормально, в герметосах. Тут-то что? 12 тысяч рублей, а в воде 650. Ну, да. Ну, по дискам даже смотрите, да, все не видно вообще. Ну, да. Я вообще ржавчину не вижу нигде, от слова совсем. Наверное, не найдешь, мне кажется.